Здравствуйте, товарищи люди, леди и джентльмены. Вы слушаете канал DJD21. В полиции полковник проводит совещание. И вдруг в самый момент совещания раздается телефонный звонок. Хоп, мусорок, не шей мне срок. Полковник в ярости спрашивает: чей телефон, представься. Майор встает и говорит: мой. Майор Сидоров, полковник в ярости, говорит: при нашей-то работе. Майор говорит: так получилось, вчера вечером поздно сломался телефон. Теща говорит: возьми мой, работает нормально. А кто это сделал? Бабушка с очень плохим зрением забыла дома очки и по ошибке забрала из садика сторожа. Иногда хочется взять себя за шкирку и тыкать свидетельство о браке, приговаривая: ну кто это сделал? Кто это сделал? В моем детстве плоская и квадратная батарейка имела название планета. А вы говорите, что плоскоземельщиков в Советском Союзе не было. Реальное объявление в магазине. Спиртные напитки и табачные изделия не продаются лицам, не дожившим до 18 лет. А ежи? Запись из детской медицинской книжки для планового медицинского осмотра. Слова папа и мама произносят плохо. При падении уверенно матерится. Мой 7-летний внук только что мне показал свою подделку. И спросил: тебе нравится или ты впечатлен? Вот ныне я тоже буду давать людям только такие две опции. Аниптико! Мама ругает свою маленькую дочку. Вот, натворила делов, теперь искупай свои грехи. Девочка говорит: у меня нет грехов, я не хочу их купать. Наверное, я слишком громко храплю, потому что пассажиры автобуса, который я вожу, очень сильно пугаются. Если хотите измерить глубину души человека, плюньте ему в душу и считайте, пока не получите по морде. Олимптико! Совет жене для оживления чувств супружеской жизни. Если зажать в зубах котлету, то поцелуй мужа будет более страстным. В Штатах популярен поиск снежного человека на Аляске. Кучу времени и бабла тратят. Поймали нескольких, но не оказались участниками предыдущих экспедиций. Так я не понял, а чё никто не сказал, что если выйти из зоны комфорта, то обратно уже не пустят? Подписывайтесь на ютубе.